Продовжуємо брифінг і запрошую до слова народного депутата України Наталію Королевську. Добрий день. Сьогодні в парламенті проходить засідання Соціального совету України. Более 100 лідерів общественних організацій, представителей національних і обласних общественних представительств, чорнобильців, ветеранів, многодітних матерей зібрались в парламенті. Прийняли резолюцію, обращення к президенту, к прем'єру, спікеру парламента, к лідерам політичних сил з требованням прекратить издевательства и манипуляции в социальной сфере и принять срочные законопроекты, направленные на понижение тарифов, на реструктуризацию задолженности по жилищно-коммунальным услугам и на индексацию повышения пенсий и социальных выплат. Мы с вами видим, как вторую неделю парламент занимается рассмотрением мовного закона. И мы понимаем, что это сделано с той целью, чтобы отвлечь сегодня внимание людей от социально-экономических проблем в стране. Вместе с Социальным советом Украины оппозиционная платформа «За жизнь» подготовила пакет законопроектов, которые поддержаны единогласно общественностью и зарегистрированы в парламенте. И наше требование сегодня – это понижение цены на газ для расчета жилищно-коммунальных тарифов, так как вы знаете, что мировые цены на газ сейчас пошли вниз, и такой цены, которую выставляют сегодня нашим потребителям, гражданам Украины, уже нет нигде в мире. И поэтому мы требуем срочного перерасчета цены на газ и пересмотра тарифной политики. Второе. Мы требуем, чтобы людям назначили субсидии, потому что история с монетизацией субсидий – это очередная профанация. Для примера, средний размер субсидии сегодня составляет 1600 гривен, а средняя платежка за февраль месяц за жилищно-коммунальные услуги составляет 2500 гривен. То есть человеку как минимум нужно доплатить в среднем 1000 гривен, чтобы только оплатить свою крышу над головой. Поэтому монетизация субсидий не даст не только возможность людям сэкономить денег, а еще больше людей сегодня загонит кабальную задолженность за жилищно-коммунальные услуги. То разовое повышение пенсий, которое они организовали с 1 марта, приведет к тому, что увеличится доход единоразовой семьи и в будущем людей также лишат субсидий. Поэтому мы требуем от правительства пересмотреть доходную базу семьи, пересмотреть механизм назначения субсидий и дать людям возможность получать сегодня субсидии. И третий блок вопросов, который мы подготовили, это пересмотр минимального прожиточного уровня. Потому что сегодня 1600 гривен – это та цифра, та сумма, за которую невозможно прожить в стране. Меньше 3000 гривен не может быть расчет прожиточного минимума. И поэтому мы показали, за счет каких ресурсов, за счет каких дополнительных сегодня доходов можно сбалансировать пенсионный фонд. За счет чего сейчас людям можно поднять реально социальные стандарты, а не устраивать вот эти предвыборные выплаты и подачки, которые производят сегодня правительство. Мы призываем правительство срочно провести переговоры с Международным валютным фондом, чтобы не допустить с 1 мая повышения очередного жилищно-коммунальных услуг. Потому что больше люди никакого подорожания тарифов не выдержат. Сейчас задолженность за жилищно-коммунальные услуги превышает 60 миллиардов гривен. Это угроза национальной безопасности, потому что падение системы теплокоммунэнерго, системы поставщиков услуг жилищно-коммунального хозяйства, их обесточивание, потому что людям нечем платить сегодня за тарифы. И это загоняет сейчас людей в задолженность, требует сейчас срочного решения. Все необходимые алгоритмы того, как это сейчас провести, мы подготовили и зарегистрировали в парламенте. И мы обращаемся к спикеру парламента. Рассмотреть эти вопросы как самые неотложные, которые бы помогли бы сегодня людям в сложной социально-экономической ситуации выжить в это время. Повторяю, первое – это пересмотр цены на газ, пересмотр тарифов, провести переговоры с МВФ, чтобы не допустить повышения очередного тарифа с 1 мая,
провести реальную индексацию пенсии социальных выплат, исходя из прожиточного минимума 3400 гривен, пересмотреть социальные стандарты. Это те сегодня срочные антикризисные меры, на которые есть ресурс, есть законодательные инициативы, приняв которые, мы применим сразу же алгоритм, как это реализовать. И есть сейчас полная возможность оказать людям реальную помощь и справедливую перерасчет всех социальных гарантий со стороны государства. Оппозиционная платформа «За жизнь» весь пакет законодательных инициатив подготовлен и зарегистрирован нами в парламенте. И мы обращаемся с требованием прекратить манипуляции с языком, прекратить рассматривать вопросы, которые сегодня, наоборот, разъединяют общество, а объединить сейчас все наши усилия, чтобы добиться реальных результатов, чтобы реально защитить и поддержать людей. Это требование Социального совета Украины, общественных лидеров, общественных движений. В противном случае сегодня лидеры общественных организаций приняли обращение ко всем региональным своим подразделениям о социальной мобилизации, о сборе подписей и требований к правительству по выполнению решения Конституционного суда Украины, выигранного ветеранами Великой Отечественной войны, детьми войны, ветеранами труда, и то, что выиграли сегодня чернобыльцы. Потому что Конституционный суд решение не выполняет правительство, и сегодня общественность предупредительно требует правительства учесть все необходимые выплаты в бюджете на 2020 год, либо оставляют за собой право проведения акций, протестов согласно конституционных норм и возможностей Украины. Не провоцируйте людей, не заставляйте людей сегодня выходить на улицы, требуя свои конституционные и защищая свои конституционные права. Пойдите людям навстречу, выполните Конституцию Украины, решение Конституционного суда Украины, восстановите законные льготы, компенсации чернобыльцам и ветеранам Великой Отечественной войны, тем людям, кто защитил в свое время свое государство, и тем, кто имеет сегодня полное право на защиту и поддержку со стороны своего государства.